В рамках немецкого коллективного стенда на Агрос-2022 компания Silo King представила флагманскую модель кормораздатчика Selfline System 1000+, 3225. Это кормосместитель Silo King 32 куба. Машины Silo King, они очень популярны в России. Начиная с 2010 года они здесь у нас котируются, и самоходы в том числе. Порядка 170 машин у нас уже работают по России. Эта машина не только самая большая в линейке Silo King, это машина самая большая, можно сказать, в мире. Оснащена тремя шнеками. Эта машина индустриальная, она на высоком ходу. Три оси у нее, и она полноприводная. Две оси у нее ведущие и две поворотные, передние и задние повороты. Сделан для того, чтобы машина была маневренной, потому что места на ферме не очень много, да, и фермеру нужно затратить как можно меньше времени и как можно быстрее и эффективнее, чтобы машина работала. Поэтому доставить корм как можно быстрее от момента загрузки до его раздачи. И вот эти вот все моменты маневрирования на ферме, они очень важны. Поэтому машина, хотя сама по себе очень большая, длинная, но очень маневренная. На Агрос-2022 производитель получил гран-при конкурса на лучший продукт за опцию Silo King Telematics, которая дает возможность руководству предприятия в любом месте и в любое время получать данные об актуальных параметрах машины. Все технические характеристики машины в реальном времени в онлайн-режиме. Это первое. И второе, а также мы, как производитель этой техники и хозяин этой техники, может отслеживать параметры весового устройства. То есть, сколько загрузил механизатор, какого компонента загрузил, в каком режиме и так далее, в какое время и так далее и тому подобное. Поэтому вот эта система дает полное представление о работе машины с технической стороны и за технической стороны контролировать машину по кормам. Отметим, что бренд выпускает инновационную технику для кормления и поставляет ее более чем в 50 стран мира. Семейное предприятие базируется в баварском Тиетмонинге. С помощью более 430 сотрудников и самых современных средств производства разрабатывается и производится высококачественная сельскохозяйственная техника, в которой повышенное внимание уделяется безопасности и комфорту оператора. Кабина очень комфортабельная, там стоит у нас климат-контроль. Сиденье водителя на пневмоподъемнике, подушки, которая тоже очень комфортабельна. То есть кабина – это офис оператора этой машины. В целом, вся смесительная техника для кормления Silo King и техника для загрузки и раздачи изготавливается серийно и предлагает оптимальное решение для каждого предприятия. У бренда в России хорошие позиции и большие планы по развитию. В каких регионах у нас работают машины в Российской Федерации, начиная от Смоленской области и заканчивая Сахалином? То есть во всех регионах Российской Федерации работают наши машины, самоходные и прицепные. То есть, я еще раз хочу повторить, порядка 170 машин у нас работает сегодня на всей территории Российской Федерации. Это самоходных машин. Порядка 640 работает прицепных машин. Это в общей сложности, да, всех машин. Поэтому во всех регионах, в южных, в северных, уральских, сибирских, дальневосточных условиях везде у нас работают наши машины. Планы, как и всегда, на увеличение продаж, на качество обслуживания клиентов. Это самое основное. Мы организовали представительство здесь нашего завода, который находится в Липецке. У нас там очень большой склад запасных частей, которые очень важны для наших клиентов вовремя поставить любую запасную часть. Не какую-то, а любую запасную часть. То есть машина работает каждый день. И она должна быть в строю все 24 часа в сутки. В машине применен уникальный для рынка металл, который особо ценят профессионалы и эксперты отрасли. Этот металл называется Силонокс. Это сплав нержавейки и высоколегированной стали. Этот металл мы применяем серийно на больших машинах, то есть на линейке 1000+ и 500+. Из этого металла серийно изготовляется бункер. Полностью бункер с этого металла сделан. И шнеки мы покрываем этим же металлом. Это дает увеличение срока как шнеков, так и бункера, то есть все комплексы смешивания на 20 тысяч моточасов работы этой машины. Если машина будет работать 8 часов, но это примерно до 15 лет службы этой машины. Мы, естественно, лидеры в этом сегменте, но с другой стороны, конкуренты тоже пытаются что-то предоставить, какие-то свои сплавы. Этой выставки это вот единственная машина, которая изготавливается в серийном исполнении. В серийном, я хочу сказать. Если же у конкурентов, может быть, и делается, да, то это будет в опции.
Узнавайте первыми актуальные новости сельхозтехники России и мира на нашем официальном сайте главпахарь.ру, а также на страницах Facebook, ВКонтакте, Instagram, на каналах в Telegram и YouTube.